Ты же 2000 раз, я не поняла. Так. Hola amigos, добро пожаловать в Кики Мексиканец. Я сегодня с Региной и Ириной. Да. А как ваш канал называется? Просто? Наш канал называется «Разговорчики с близняшками». Потрясающе. Даже интонация. Я в шоке сейчас. Я хотел с вами сделать эксперимент. Насколько можно обмануть производство Apple на Face ID, да, который, если можешь разблокировать. У вас есть телефон, который различает по отпечатке пальцев, да? Да, есть. Это можно обмануть? Это нельзя обмануть, мы пробовали. Мы пробовали отпечатком пальцев открыть телефон, но с близнецами, с нами, это не получилось, потому что мой телефон реагирует только на мои отпечатки пальцев, а не на мои. Да, поэтому это очень... Мы сейчас разрушим тоже какой-то миф. У нас есть отдельное видео, когда мы говорим о мифах, очень веселое, поэтому, пожалуйста, посмотрите. А и тоже у нас есть общее видео на их канал, поэтому тоже посмотрите. А, да, действительно, отпечатки пальцев у близнецов разные, да? Да, то да. есть это нет. Но интересно, лицо, как вы думаете? Я думаю, что Apple можно обмануть. Можно, а ты, Регина, как думаешь? Я думаю, тоже можно. Кого будем сканировать? Давайте меня. Давайте тебя, хорошо? Мы сейчас, ага. Угу. Тогда начнем. Ага. Ага. Ага, а тогда двигай голову. Ага. Ага, и нужно эту сторону. Вот, ага. Так, все? Ага, continue. Угу. Еще раз. Ну, как все сложно. Ага, нужно эту сторону. Вот. Вот. Все, done. Да. Сейчас давай разблокируем. Вот. И сейчас... Ага. Сейчас будет Регина разблокировать. Не, нет, изначально ты. Теперь я. Да, подождите. Вот. Опа. Здесь, наверху. И сделал... Вот так. Вот это, которое полностью. Да. Вот, да, разблокировала. Разблокировала, да. Видели? Еще раз попробуем. Нажимаешь и сверху. Все, разблокируется. Разблокировали. Угу. Теперь на очереди. Так. Ага, блокируем. Так, теперь Регина. Теперь посмотрим. Регина. Как это? Все, уже. Разблокировал. Уже разблокировала. Он разблокировал твое лицо. Ты же 2000 раз, я не поняла. Так. Все, вы. Давайте еще раз. Ирина, сейчас. Так, еще раз, мы проверим. Потому что мы не обманываем. Так, оп, все, разблокировала. Теперь вторая. Это вы видите? Вот да, вы видите? И ты делаешь так, и уже все, пароль не просит. Свайп. И у нас, да, только одно лицо есть на... Да. На вот это, то есть не то, что мы добавили. Так что, ребята из Apple... Если... Работайте над этим. Все-таки... Близнецов не проведешь. Да, поэтому для вас единственный выход, чтобы защищать вашу приватность, это с печатками, да? Но с другой стороны, Регина знает все пароли и явки от моего телефона. Мы доверяем друг другу. Ладно, спасибо, надеюсь, что вам понравилось это видео. Если вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь и тоже... Скажите еще раз ваш новый канал. И подписывайтесь на наш канал «Разговорчики с близняшками».